Мы говорим одно, а делаем другое. Играем в церковь, христиан. О Боже, что это такое? Дай нам увидеть наш самообман. Нагруженные знаниями ПУши, мы умных фраз набрались про запас. И думаем, что Бога знаем лучше. А Он стоит и ждет в сторонке нас. Он ждет, когда в своих бегах суетных мы вдруг поймем, что Бога с нами нет. Что в исполнении дел добрых, важных, светлых забыли про того, кто дал нам свет. Он ждет, когда мы вновь весь мир оставим, весь пыл свой выдохнем и в тишине замрем. Когда мы вновь в Его глаза заглянем, когда мы вновь побудем с Ним вдвоем. Мы слушаем, киваем, понимаем, но слово исполнять мы не спешим. Выходим в мир и тут же забываем, жемчужины теряя по пути. В глазу другого ссор мы замечаем, на бревна же свои и не глядим. Поднявши руки, всех благословляем, а помогать не думаем другим. И вот мы волю Божью исполняем, вернее пытаемся исполнить без Него. Мы лишь устами небо вопрошаем, а сердце где-то очень далеко. Святая Библия стоит себе на полке, стоит пылится, а Господь зовет. О, не обманывайтесь, ветреные люди, что сеет человек, то и пожнет. Давайте же в свои сердца заглянем, весь пыл свой выдохнем и в тишине замрем. Искать Христа давайте не устанем, давайте чаще находиться с Ним вдвоем. Аминь.